Здравствуйте, с вами Милана Смитская. Давайте рассмотрим вот такой симпатичный рельефный узор. Так узор смотрится с лицевой стороны, так с изнаночной. На данный узор мы набираем такое количество петель, чтобы было кратно 2 плюс 2 кромочные. Узор состоит из 8 рядов. Смотрите, первый ряд, все петли до конца ряда вяжем лицевыми. Кромочная. Далее второй ряд, кромочную снимаем, делаем накид, петлю снимаем, не провязывая нить за работой, одна лицевая, и так чередуем, повторяя до конца ряда. Накид, петлю сняли, лицевая, накид, петлю сняли, лицевая, кромочная. Далее третий ряд, кромочную снимаем, после кромочной не смотрим, что у нас петля изнаночная, мы ее провязываем лицевой. Петлю и накид вяжем 2 вместе одной изнаночной. Все, и так чередуем, повторяя до конца ряда. Лицевая, 2 вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной, кромочная. Далее четвертый ряд, все петли до конца ряда изнаночные. Можете вязать, повторять вот эти 4 ряда с 1 по 4. Можно вязать данный узор в шахматном порядке. То есть, смотрите, 5 ряд. Все петли лицевые. Шестой ряд. Все наоборот вяжем. То есть, если во втором мы вязали накид, петлю снимали, нить за работой лицевая, то в шестом ряду мы после кромочной вяжем лицевую, накид, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. Лицевая, накид, петлю снимаем. То есть, в шахматном порядке вяжем. И седьмой ряд. Смотрите, петля с накидом. После кромочной вяжем 2 вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, так далее. Далее, восьмой ряд, все петли изнаночные. Все. И будем повторять с 1 по 8 ряд. Узор будет получаться в шахматном порядке. Если же мы будем вязать с 1 по 4, то горизонтальные полосочки будут. То есть не в шахматном порядке. Надеюсь, данное видео было понятным, полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!